Всем привет! В этом ролике я расскажу вам о роботе-пылесосе Polaris PVCR-1026. И сразу обращаю ваше внимание вот на этот знак Swiss. Это значит, что производство контролируется швейцарской компанией, и мы можем рассчитывать на самое высокое качество. А теперь давайте посмотрим на него. Что самое важное при выборе подобного устройства? Первое, чтобы все делал сам. Второе, чтобы не оставлял грязных участков. Давайте взглянем на данную модель. Этот пылесос гарантирует полную автоматическую уборку и возвращение на базу. Оп, и первый пункт закрыли. Кстати, функцию уборки по расписанию можем внести туда же. Вам достаточно однажды выбрать удобное время, и этот красавчик все сделает сам. Теперь второй пункт, чтобы не оставлял грязных участков. В этой модели есть 4 режима направления, а также инфракрасные датчики для ориентации в помещении. Для эффективности же уборки, кроме основной электросчетки, имеются дополнительные боковые, которые с легкостью отправят вашу пыль в HEPA-фильтр. Высота корпуса этого пылесоса всего 7,5 см, что, как вы понимаете, с легкостью позволяет ему забраться практически под любую мебель, а ходовые колеса с активной подвеской еще и на любую поверхность. И, как мне кажется, второй пункт мы тоже закрыли. А теперь давайте пробежимся по остальным параметрам. Время работы от аккумулятора до 2 часов, время же полной зарядки до 5 часов. В комплектации вы найдете пульт дистанционного управления, также база для зарядки, щетки дополнительные, о которых я говорил ранее, HEPA-фильтр и 2 батарейки, а также щетка для очистки самого пылесоса. А теперь давайте проверим его в действии. И вот как-то так. Дело осталось за малым — сделать вам правильный выбор.